Ну, в общем-то, со спортом, вот раньше это было, то есть, как бы, как сказать, как-то по желанию, да, например. Вот. Хотя там по школам ходили тренера, приглашали там, в секции. Как-то ну, нормально было это. И какие-то были дворовые команды, да, Аджека там, то есть создавались команды. Там, вот я лично сам играл в хоккей. После тренировок по боксу я приезжал, там переодевался, что-то там делал уроки какие-то, может быть. И вечером я шел, например, зимой, потому что это была открытая площадка, и играл в хоккей. Имели какие-то успехи, то есть второе место по городу Москва, например. То есть что-то было, какие-то турниры. А потом какое-то затишье, наверное, было, немножко как-то все это отпустили. И сейчас у молодежи очень много выбора, на самом деле. Есть и масса залов, да, заниматься спортом, то есть поддерживать свою фигуру в хорошем состоянии. Можно и самим. То есть, и многие вот молодежь, вот что радует, честно говоря, прошло такое как бы разгулье 90-х, да, то есть пиво там по дворам, ну, везде можно было увидеть там человека, молодого парня, идущего с бутылкой пива. Сейчас, вот, кстати, очень радует то, что мало можно встретить таких молодых людей. А в основном молодежь как-то взялась за голову и развивается и как морально, и так и физически. Какие-то там у них и на роликах катаются там, скажем, то есть, ну, конкретно занимаются спортом. Молодцы.